Так, а сегодня мы отправимся на участок вместе с другом и нивелиром. Нивелир взяли для того, чтобы отстрелять отметки поверхности земли, так сказать, черные наши отметки. Отметки нам нужны, цифры, нам нужно от чего-то отталкиваться, потому что есть такое ощущение, что участок уходит вниз, и чтобы более потом правильно распланировать наш участок, необходимо хоть от чего-то отталкиваться. Поэтому мы сегодня съездим, отстреляемся. Как-то так. В планах у нас также еще было наметить участки для работы экскаватора, но там такая высокая трава, что невозможно этого было сделать. Поэтому пока не покосим ничего там травы, ничего невозможно будет сделать. Это уже в следующих видео мы посмотрим. А пока как-то так. А, еще главное, самое главное у нас задача, еще наметить место пробивки скважины. Завтра приедет машина, поэтому мы должны подготовиться, сделать это качественно. По поводу того, где ставить скважину, я никакой литературы не нашел. Звонил в Буровы, они говорят, где хочешь, там и делай, метр от забора. Но, например, я как буду делать себе кессон, кессон железобетонных колес, это уже какое-то строение, можно сказать, так капитально, поэтому я отступил от дома, где-то я там вычитал в нормах, я, наверное, вам ссылочку где-нибудь снизу тут прикреплю, что надо отступить на 4 метра от жилого дома и 4 метра от забора. Я как бы так и сделал, потому что мне это не мешало, в принципе. Ну, как-то так, так что погнали. Ребят, привет! Наконец-то вот мы добрались все-таки до участка. Вот наш парень Дима, который сразу приступил к работе. Тут настоящий боец. А мы еще только приступаем к работе. Вот первое знакомство ваше, смотрите, с участком. Сегодня мы вооружились лазерным уровнем. У нас есть в наличии старый добрый нивелир оптический, рулетка, что-то у нас рейка. Дальше мы пойдем еще обычными методами треугольником Пифагора. И Божьей помощью мы должны как-то все-таки это снивелировать и разбить. Так что смотрите дальше. Закончил нивелирование участка. Подведем итоги потом, не сейчас. Так, я думаю, сейчас нам надо еще вынести на местность расположение скважины, потому что на следующей неделе к нам приедет буровая, пробьет нам скважину 125, поэтому ждите скоро видео. Оставайтесь на нашем канале.
то, что мы проводили с Димой. Если взять вот эту вот самая новейшая точка, где я сейчас стою, в конце участка мы имеем перепад уже около, наверное, 90 сантиметров, где-то 900 миллиметров. Там дальний левый, левый край, он будет где-то на 70 сантиметров опущен вниз. По краю вот этой вот стороны улицы, по стороне улицы, у нас будет отметка где-то там на 50-40 сантиметров ниже. То есть относительно вот этих вот данных надо как-то будет и спланировать участок. Так, по итогам, ребята, вот видите на экране, какой мы получили результат. В принципе, у нас удовлетворяет, да? Потому что мы уже знаем цифры, мы знаем, от чего можно отталкиваться и что можно уже предпринять. И как-то уже выходить и думать, сколько грунта надо вывести, сколько оставить и как-то что-то уже планировать. Хорошая работа была проделана. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Обязательно комментируйте, друзья, подписчики. С вами был Левоцкий Игорь, канал Левоцкий Хаус. Пока!